Добрый день, уважаемые друзья! Здравствуйте, любители хоккея! Мы ведем прямую трансляцию из Ледового дворца «Созвездие», где с минуты на минуту начнется первая игра второго этапа Кубка Москвы среди юношей 2008 года рождения. Группа «Б» «Московский Спартак» приехал в гости к действительно хозяевам «Созвездию». Ну что ж, через секунду буквально будет брошена шайба, и мы сразу же поговорим о составах. Все, игра началась, друзья! Начнем, пожалуй, с сегодняшних гостей московского «Спартака». Сразу же момент у «Созвездия», поэтому здесь небольшая пауза. Надо обязательно это прокомментировать. Был бросок поворотом с неудобной руки. И повезло сейчас красно-белым, что шайба прошла выше ворот. Итак, рамку у «Спартака» защищает Матвей Грас, номер первый. И снова «Созвездие» переходит в контратаку. Давайте тоже досмотрим. Может быть, очень неприятно. Защитники справляются. Игроки площадки. Спартак Панькин, номер пятый. Дарий Доценков, номер одиннадцатый. Сармат Хасцаев, пятнадцатый. Тимур Алиев, номер восемнадцатый. Матвей Николаев играет по 21-м номером. Александр Сигеневич, 23-й. Александр Соколов, 28-й. По 29-м номерам Ростислав Урусов, Архип Гусь, 48-й номер. Платон Калашников, 51-й. Александр Зинцов, 55-й. Богдан Лобанов, 71-й. Николай Краев, 78-й. Владислав Еркин, 80-й. И Федор Погребный, или Погребный, прошу прощения, если вдруг не так назвал, 85-й номер. «Созвездие». Итак, ворота защищает Матвей Иванов, номер четвертый. Игроки площадки там сейчас сутолока на ближней штанге. Ворот «Спартака» — очень неприятный эпизод для защитников. Вроде бы справились, борьба за воротами продолжается. И давайте поговорим о составе «Созвездия». Давид Литвин, 56-й. Амин Рамазанов, 81-й. Егор Насонов, 21-й. Георгий Парфенов, номер второй. Дмитрий Федоров, 12-й номер. Артем Харатян играет под 42-м. Федор Бородин, 13-й. Дмитрий Влазнев, 18-й номер. Леонид Руляев, 43-й. Матвей Володин, 84-й. Корней Ковальчук, 71-й номер. Напоминаю, что по регламенту играется 4 периода по 15 минут. Первые два проводят первые составы команды. И затем в борьбу, в гущу событий, вступают их коллеги из вторых составов. Краев с шайбой. Сумел накрутить защитника, сместиться в центр, но там к нему зачем-то прибежал партнер по команде. И в итоге шайбу хоккеисты «Созвездия» отобрали. Интересно, что это самая дебютная игра, как я уже сказал, второго этапа Кубка Москвы среди юношей 2008 года рождения, я имею в виду. И команды как раз в первом этапе заняли соседние места в таблице. Четвертое, пятое, всего лишь на одно очко обошло своих сегодняшних оппонентов «Созвездие». 7 набранных очков и четвертое место в таблице. 6 очков у «Спартака» и пятая ступенька. Да, и ну, как я уже сказал, мы сегодня находимся действительно дома у команды «Созвездие». Напомню, для тех, кто не знает, что они играют в темно-синей форме. Ледовый дворец «Созвездия» принимает эту игру. И московский «Спартак» переходит в наступление. Доценков. Передача в центр на Лобанова. Здесь здорово подключается с правого борта. Так, кто же это был? Сейчас разберемся. А это был Александр Соколов. Ну и вот уже теперь по правому борту пытались хоккеисты «Созвездия» прорваться к воротам красно-белых. В принципе, пока команды так достаточно ровно проводят стартовые минуты. Был неплохой момент в самом-самом-самом дебюте у хозяев. Ну вот, может быть, сейчас красно-белые чем-то ответят. Давайте смотреть. Передача в центр на пятак. Опасный гол, друзья! Вот это да! Фактически первая опасная атака
красно-белых завершается заброшенной шайбой. И мы поздравляем Николая Краева с дебютным голом в этой встрече. 1-0. Спартак выходит вперед. И произошло это все на 4-й минуте. Прекрасно. Отмечаем передачу на пятак, который сделал партнер справа борта. И Краев продрался. Продрался здорово и немножко, может быть, неуверенно сыграл Матвей Иванов. Можно было эту шайбу убрать, она так медленно закатилась в угол. Но что есть, то есть. Игра продолжается, и спартаковцы на кураже едут вперед. Это Сигиневич. Ноги немножко поехали быстрее, чем сам Сигиневич. Потерял равновесие, упал, но шайба остается у красно-белых. Они по-прежнему атакуют. И вот здесь Матвей Иванов играет уже надежно клюшкой. Опасный момент. Снова Сигиневич был на острие. Чуть-чуть ему не хватило везения или расторопности, чтобы подставить клюшку. Панькин. Защитники расступаются. Панькин уже лежа с шайбой едет фактически. И можно попробовать убежать. Это Дмитрий Влазнев. Я так понимаю. Да, Влазнев и бросок поворотом Корнея Ковальчука. Молодец. Пока молодец Матвей Грасс. Два Матвея сегодня у нас защищают. Ворота Ковальчук и опасный момент. Вот это да, как рикошет от защитника помог Александру Соколову. Шайба на клюшку пришла, но переиграть в ближнем бою Матвея Грасса не получилось. Да, вот такая дуэль. Голкиперская дуэль Матвеев. Сегодня, но есть еще в запасе, кстати, Никита Фролов, 47 номер. Это я про Спартак сейчас говорю. Хороший выброс из зоны. И поехали прессинговать красно-белые. Здорово, здорово действует в отборе Федор Погребный. И не хватает только броска с пятака. Здорово разобрались здесь защитники, молодцы. Бегут, бегут сразу вперед. Какой быстрый переход от обороны к атаке. В одиночестве пытался прорваться Егор Насонов в окружении трех защитников. Еркин. Еркин хорошо как на скорости проходит к левому борту. И передачу какую нарисовал. Опасно в ближний угол. Игра раскочегарилась. Очень цепко играют спартаковцы. В чужой зоне сразу же бросаются в прессинг. Потерял Насоров шайбу, но здесь ее подхватывает Рамазанов. Промазал. Промазал чуть-чуть Рамазанов. Подчищает за партнерами Дмитрий Федоров, но теперь нужно ускоряться, возвращаться. Позицию свою потерял, опасно. Так, друзья, есть у нас небольшая ошибка в протоколе. Извиняюсь я за то, что назвал неправильный номер сейчас двоих хоккеистов. Двоих хоккеистов созвездия. Сейчас разберемся. Артем Харатян, да, он играет, конечно, не под 42-м номером, а под 28-м. И есть еще у команды Георгий Парфенов, 45-й номер. Ну тут действительно не очень легко разобраться в протоколах. Увы, они только в таком формате, в каком они есть. И если вдруг кого-то неправильно назову, ну уж извиняйте, друзья, постараемся по ходу разобраться, чтобы без ошибок. Опасный очень эпизод, очень неприятный. Матвей Иванов здорово выбрал позицию. Не дал спартаковцам увеличить отрыв.
сейчас нужно быть повнимательнее. Созвездие поджимает уже вдвоем. Федор Бородин. И был офсайд. Положение вне игры. Кто-то залез. То ли Федор Бородин, то ли Дмитрий Влазнев. Да, и, наверное, я не представил. Михаил Меломед меня зовут. С вами вместе смотрю сегодняшнюю трансляцию. 8 минут практически прошло в первом периоде. То есть мы как раз в самом-самом экваторе дебютного отрезка встречи. Соколов летит вперед по правому краю. Оставляет мяч, оставляет шайбу партнеру и падает защитник. И можно 2-1. Выходить на ворота нужно, только хорошую передачу сделать. И вот этого как раз не хватило. Ай-яй-яй-яй-яй. Рамазанов попал в защитника. И шайба пришлась в конек. Такая перспективная атака. Такой выпад хороший. Бежать нужно красно-белым обратно в оборону, потому что снова 2-2. Атака, и вот сейчас передача есть, но не совсем. Тоже в клюшку пришлось ее обрабатывать. И какая игра на встречных курсах. 2-1. Обходят защитника. Краев, внимание, гол! 2-0. Спартаковцы поймали на встречной контратаке созвездие и уверенно этот момент реализовали. Таким образом, друзья, так а таким образом у Краева дубль. Пять минут потребовалось Краеву, чтобы забросить вторую шайбу. Хорош. Ничего не скажешь. Достаточно раннее время, в которое, наверное, ему пришлось встать, никак не мешает. Ну что, созвездию при своих родных трибунах нужно как-то собираться с мыслями, собираться с силами и как-то перестраивать игру, пока не работает то, как действует темно-синие. Интересно, что в первом этапе созвездие обыграло «Спартак» со счетом 9-2. То есть, в общем-то, красно-белые уже сейчас выполнили норму первого этапа, уже две шайбы забросили. И ни одной, в отличие от того, поединка не пропустили. Ну, посмотрим. Сделали, значит, выводы. Опасно! Ух ты! И просто считанные сантиметры отделяли Давида Литвина от заброшенной шайбы. Чуть-чуть не успел он клюшку подставить, а передача была самая что ни на есть к месту и ко времени. Ну, надо зубами вырывать сейчас, конечно, хозяевам каждую шайбу, каждый момент. Только таким способом можно поймавший кураж «Спартак» немножко от ворот отодвинуть. Паньков! Очень-очень-очень снова в очередной раз спокойно дают играть защитники созвездия нападающим «Спартака». И это был Панькин, конечно. Случайно назвал я его Паньковым. Прошу прощения, Панькин. Гусь. Ну, попихался и в итоге шайбу пробросил чуть-чуть подальше. И очень хорошую скорость включает тоже это был. Сутолока у ворот «Спартака».
И приходится красно-белым отбиваться. Созвездие закрепилось в зоне спартаковцев. Вот только сейчас Панькин как раз тащит шайбу по правому борту. Вытащил ее из зоны, это самое главное. Артем Харатян был на острие, сейчас Парфенов. Парфенов! Бросок издали! Вот это неожиданно! Швырнул, так швырнул. Поехал Лобанов прессинговать защиту. Там был Матвей Володин. Сколько Матвеев сегодня на площадке? Втроем хоккеисты «Созвездия» едва-едва не отобрали шайбу. В итоге отобрали. Давайте внимательно смотреть. Федор Бородин. И как здорово вернулся. Как здорово вернулся назад Матвей Николаев. И свою же собственную ошибку исправил. Отработал. Обходит в блестящем стиле защитников. Красно-белые. Но нет. Нет завершающего броска. Сегодня на трибунах, вы знаете, несмотря на то, что «Спартак» играет в гостях, очень много болельщиков красно-белых. Я бы даже сказал, наверное, поровну здесь и тех, и других. Передача на дальнюю штангу! Грасс! Показывает класс. Но атака не закончилась. Вот сейчас, наверное, только закончилась. Успел переметнуться Грасс в другой угол ворот и спас. Грасс. Леонид Руляев здорово борется в защите. Нападающие зацепиться за шайбу не смогли. И приходится возвращаться назад, потому что... потому что спартаковцы поджимают. Да, первый период, конечно, они провели очень здорово. Фактически два, ну, может быть, три момента у них было. Реализация чуть ли я не знаю, но... ну, очень высокая. Конечно, не стопроцентная, но очень высокая. И сейчас снова играют надежно в своей зоне. Выбрасывают шайбу. Остается одна минута до конца первого периода. Я думаю, тренерский штаб должен быть красно-белыми доволен. Ну и... конечно, у «Созвездия» будут явно какие-то перестановки, будут какие-то коррективы. Были несколько моментов, были несколько возможностей, но так, чтобы по-серьезному прям заставить заволноваться Матвея Грасса, вряд ли. Вряд ли. Парфенов. Дадут или не дадут? Ой, как здорово, в защите очень так... жестко, но в пределах правил Сармат Хасаев действует. Заброс. В надежде на скорость Амина Рамазанова, но слишком сильно. Зенцов подхватывает шайбу. Смещается в центр. И в последнюю секунду подставлена клюшка. Подставлена клюшка Дмитрия Федорова. На пятак. Вот здесь аж два спартаковца оказались против одного защитника «Созвездия». Нужно темно-синим явно в обороне разобраться, кто с кем играет. И все. На этом все, друзья. После первого периода «Спартак» ведет 2-0. «Созвездию» нужно делать выводы. У нас небольшой перерыв, и мы возвращаемся на лед.
наряде. Прям такая солидная, я бы сказал. Стартовал второй отрезок встречи со «Звездия» «Спартак». Спартаковцы, напомню, после первого периода ведут 2-0. Обе шайбы забросил Николай Краев. И «Созвездие» начинает с атаки. Но вот три человека оказались отрезанными в итоге после этого наступления. Также и у спартаковцев было пару раз в первом периоде. Наверное, все-таки нужно играть чуть более осмотрительно и тем и другим. «Созвездие» может получить еще больший... вернее, «Спартак» может получить еще больший отрыв. Так что «Созвездию» нужно действовать внимательно по этому. И, конечно, спартаковцам явно не хотелось бы получить шайбу в свои ворота сейчас при таком комфортном счете. Тем более, что первые составы команд играют сейчас второй период и уходят отдыхать, смотреть за своими коллегами из второй дружины. Тем нужно будет, знаете, как с эстафетной палочкой, сделать максимально удобно и максимально большой отрыв сделать для тех, кто выйдет после тебя. Ну и со скамейки «Созвездия» рулевой подсказывает своим подопечным, причем очень так громко, очень волнительно, весь в игре. Здорово! Здорово подхватывает шайбу Тимур Алиев. Ой, прошу прощения, конечно, это Дмитрий Влазнев. И уже лежа на льду, спасают свои ворота спартаковцы. Доводят уже не первый раз игроки «Созвездия» шайбу до ворот красно-белых, но пока дотаскивают ее туда, защитники успевают вернуться и стеной встают на пути. Борьба у ближнего борта. Снова возможность атаковать. Это Амин Рамазанов. Попадает в защитника. По-моему, Николаев там был. И один в один. Атака спартаковцев. Рвется вперед Соколов. Успели защитники вернуться. Ну и Соколов себе достаточно сильно шайбу пробросил. А она не выходит из зоны. Еркин ее подхватил. И первый будет Хасаев. Напомню еще раз, что это дебютная игра второго этапа Кубка Москвы, поэтому очень важно стартовый матч
стартовый матч провести как можно удачнее, чтобы первый блин не казался комом, и вообще вначале набрать очки, это задать себе настроение на весь оставшийся этап. Что-то арбитр рассказывает сейчас Давиду Литвину. Вот сейчас здорово сыграли в отборе хоккеисты со «Звездием». Темно-синие вдвоем очень цепко и очень так слаженно сработали. Единственное, что снова нет какой-то конструктивной игры впереди. Пока сильно не изменилась игра со «Звездием» по сравнению с первым периодом. Хорошо. Может быть, сейчас хороший бросок. Грас на добивание. Там на добивании был Егор Насонов. И защитник в последнюю секунду его обокрал. Вот это было хорошо. Рамазанов. Еще передача, бросок. И Грас, Матвей Грас. Играет дважды блестяще. Сначала отражая бросок, затем играя клюшкой. Но нужно защитникам помогать уже. Очень долго атакует хозяева. Какой прорыв. Просто слаломный какой-то проход удается Дмитрию Федорову. Если б там сейчас был не защитник. Федоров молодец. Как мог. Протащил эту атаку. За счет собственного мастерства. Пошла смена у «Созвездия». И там столкновение. Упали два игрока. Один «Созвездия», один другой «Спартака». Грас! Ух ты! Вот это эпизод. Просто сумасшедший эпизод. Но Матвей Грас снова действовал очень и очень уверенно. Пять с половиной минут во втором отрезке сыграли команды. Спартаковцы бегут вперед. Попытка сделать диагональную передачу. Защитниками она прерывается. И вот, может быть, сейчас, наконец, получится. Ковальчук обходит защиту! Где шайба? Она у Ковальчука в итоге. Можно продолжать играть. Но арбитр подумал, что шайба у голкипера, и оказалось не так. Да, хороший момент был у Ковальчука. И фамилия у него такая, конечно, суперхоккейная. И момент был суперхоккейный. Все сделал себе. Ковальчук мог сокращать разницу в счете, но чуточку не хватило. Наверное, какого-то везения, может быть, скорости мысли. И будет первое в сегодняшнем матче удаление за подножку у «Спартака». Снесли Матвея Володина. И удален, я так понимаю, будет как раз автор единственных и двух шайб сегодня — Николай Краев. Одна минута штрафа.
Краснобелые шайбу отбирают у себя в обороне. Правда, из зоны пока выйти не получается. И потеряли в итоге с неудобной руки. Какой шпагат! Голкипера никак сегодня не удается его пробить. На этот раз не удалось снова Амину Рамазанову. Мне кажется, он зол сейчас больше всех. Столько моментов. Ну, можно сделать ему пас. Открылся Рамазанов. И уже налево даже можно сделать, но тащит сам как только может Дмитрий Федоров. Страшная потасовка возле ближнего борта. В итоге шайбу забирает себе все тот же Рамазанов. Не решился делать передачу. Какую сделал! Какая вкуснотища! Как в итоге-то выдал! Ох, друзья! Какую выдал вкусную передачу. И теперь уже спартаковцы отвели угрозу от ворота. Если вот сейчас диагональ бы, если бы увидели Соколова, он так хорошо убегал. Вообще фактически один на один с вратарем мог бы выйти. Действительно, равны соперники, в принципе, по силам. Как и показывала турнирная таблица в первом этапе. Как и в итоге. Ух. Как и в итоге сейчас по игре. Единственное, что по счету спартаковцы лучше свои моменты реализовали. Ну вот последнюю минутку уже заперло созвездие оппонента в зоне. Не дает выйти. Вы посмотрите. И снова. Литвин! Литвин! Понемножку начинает хозяева набирать владением шайбой, понемножку напором. Но пока это все не перерастает в реально заброшенные шайбы. Спартаковцы выигрывают вбрасывание. Калашников попытался бросить одного из своих партнеров в прорыв. Немножко неточно. Снова Калашников. Передача налево. Здесь Тимур Алиев. Внимательно нужно быть. Шайбу уже потерял. Ну, хороший момент. И даже сейчас. Даже сейчас не удается Матвею пробить созвездию. Да. Влазнев на этот раз уходит расстроенным из эпизода. Целая серия падений игроков в темно-синей форме. В итоге шайба оказывается все-таки у них. Остается даже у них. Нам нужно подсобраться красно-белым. Последние несколько минут явно прошли с хорошим преимуществом созвездия. Ковальчук. Глазнев. Там никого. В итоге шайба у Калашникова. И можно бежать вперед. Ковальчук. Ну, это разминка для Матвея Граса. Ай-яй-яй, ну зачем же? Калашников поторопился. Вместо того, чтобы спокойно вести шайбу, обыгрывать защитника, он зачем-то бросил ее вперед. Панькин поджал. Своевременно очень поджал. Четыре с небольшим минуты остается до конца второго периода. И есть момент снова, прорыв. Ну, момента даже-то, по сути, и не было. Был прорыв. Спартаковцы понемножку начинают
вновь вспоминать, какими были их вылазки в первом периоде. Сейчас это, по сути, такая очень нечастая возможность для них. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Раскидывал защитников одного с другим. Егор Насонов, но... Но Матвей Грасс по-прежнему действует лучше всех на площадке, пожалуй. Безо всяких сомнений. Включились болельщики красно-белых. Вам, наверное, слышно. Недалеко они от меня здесь на трибуне находятся. И с хорошим настроением продолжают топить, если можно так сказать, за свою команду. Парфенов неплохо пытался выцарапать шайбу в зоне Спартака, но в итоге оказалось черное уже как раз в его-то зоне, в зоне его команды. Стало больше ошибок. Видно это даже на глаз, потому что стали команды торопиться. Прежде всего созвездие, Спартаку приходится больше... Больше играть, скажем так, на выброс, лишь бы обезопасить свои ворота. И это приводит к тому, что очень мало конструктива в игре и очень много сумбура. Здесь, конечно, вряд ли что-то было бы. Шайбу нереально было догнать никоим образом. Ну и, конечно, напоминаю, что будет у нас заливка между вторым и третьим периодами. И на площадке появятся вторые составы команд. Очень интересно будет понаблюдать за тем, как будут выглядеть на фоне своих первых коллег ребят, которые только готовятся выйти на лед. Ротян лезет, лезет вперед. Ну вот потом решил сделать не совсем корректную вещь. Хорошо, что клюшкой высоко поднятой не нанес повреждения оппоненту. Доценков, да, время работает на красно-белых и работает... Очень, очень хорошо. А вот сейчас 2 в 2. Харатян. Пошел смещаться вправо. Есть партнер Ковальчук там. Кому отдать передачу? Но Харатян уже потерял равновесие. И шайбу потерял. Все, Харатян потерял. Парфенов. Не удается выбросить шайбу из своей зоны. Вот только сейчас. Минута 20. Снова Харатян. Пролез за ворота. И все. Пошла последняя минута второго периода, и проводит Спартак ее в атаке. Не было нарушения. Чисто спартаковцы борются за шайбу. 30 секунд. Ковальчук. Николаев здесь последним защитником на последнем рубеже спасает команду и вне игры. Ну и, пожалуй, друзья, уже, наверное, можно подвести итог первой половине встречи. Все-таки вряд ли две шайбы удастся отквитать игрокам созвездия. Придется их коллегам в третьем-четвертом периоде нагонять спартаковцев.
у русов. Выбежал самым последним, зато на вбрасывании был самым лучшим. Ну что ж, друзья, вот и сирена. Бросаются к Матвею Грасу его партнеры. Они выиграли свою битву. Осталось, конечно, выиграть еще эту маленькую войну.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Если вдруг кто-то присоединился к нам только сейчас, вас приветствует Ледовый дворец Созвездия. Третий, четвертый периоды нас ожидают между командами как раз одноименной командой Созвездия и московским Спартаком. После первых двух периодов первые составы наиграли на 0-2 в пользу московского Спартака. И сейчас на площадку, на лед выкатились их коллеги из второго состава. Давайте, наверное, сразу их и, собственно говоря, назовем. Там почему-то два голкипера у московского Спартака до сих пор на льду. Все, Антон Гаевский остается. Ну и давайте как раз со спартаковцев и начнем. Ворота защищает Антон Гаевский, 43-й номер. Если что, его готов сменить Кирилл Прудников, 33-й номер. Игроки площадки. Матвей Калинин, номер 7. Дмитрий Шавлов, номер 9. Данил Лавров, 10. Никита Пчелянский, 13. Василий Орлов, 19. Кирилл Слободчиков, 27. Ричард Маклахлан, 37. Илья Дрогин, 65. Виталий Колесников, 69. Даниил Шибакин, 82. Кирилл Белозерский, 87. Посмотрим за атакой Созвездия. И продолжим. Пока она продолжается. И вот сейчас, наверное, закончится. Данила Кубанов, 88 номер. Антон Кудряшов, 97. И Матвей Солицков, 99 номер. Вот в таком составе будет сегодня играть второй состав московского Спартака. Ах, да, прошу прощения, забыл еще назвать вам Артемия Тимохова, 77 номер. И теперь давайте обратимся к хозяевам, к Созвездию. Андрей Бондарев, 26 номер в воротах. Александр Канатов, 24. Алексей Кушнир, 27. Иван Веремеенко, 88. 91 номер Игнат Киселев. Максим Егоров под 9 номером. Илья Пивунов, 60. Данил Маклецкий, 65. Роберт Купряхин, 25. Федор Кузнецов, 69. Глеб Рябов, 5 номер. Ну вот теперь, когда составы команд названы, можно непосредственно уже наблюдать за игрой. Как я уже сказал, после первых двух периодов, когда на льду сошлись первые составы команд, Николай Краев две шайбы забросил в составе московского Спартака и позволил... Ну и, конечно, великолепная игра Матвея Граса в воротах позволила красно-белым первую половину игры выиграть с перевесом в две шайбы. Что будет сейчас, будем наблюдать. Пока достаточно равный хоккей. Вот, вот обменялись сейчас. Вернее, даже дважды созвездие сыграло достаточно жестко против гостей встречи. Спартаковцы по-прежнему остаются в зоне соперника. Выходят из нее темно-синие. Рвутся вперед. И может быть очень опасный момент. Давайте наблюдать. Проехал. Проехал свой гол Роберт Купряхин. Снова шайба у Купряхина. Передача на пятак. Здесь что-то защитники действуют очень расторопно и своевременно. 3 в 3. Атака пошла. Лавров. Смотрим за Лавровым. Ну, уже куда-то Лавров. Десятка спартаковская уехала очень далеко, прямо к углу и к борту. И разобрались. Шайбу отвоевали хозяева. А вот передача совершенно неточная. Орлов даже, мне кажется, немножко удивился от такого счастья на него свалившегося. И можно, можно! Ай-яй-яй! Шайба прямо из-под клюшки выскакивает. Серия рикошетов. Остается она у Лаврова. Лаврову нужно найти партнера, отыграться кому-то. Ну, нужно уже делать передачу на пятак. Опасно! Ну, что там? Шайба в воротах! Гол все-таки запихнули. Все-таки спартаковцы запихнули. Запихнули эту шайбу. И, по-моему, если не ошибаюсь, усилиями Кирилла Слободчикова. Сейчас будем наблюдать, какое примут судейская бригада решение. Поехали все-таки смотреть этот момент или нет. Все, 3-0, друзья, шайба засчитана. И, по-моему, Кирилл Слободчиков становится ее автором.
Угу. Досмотрели эпизод до конца. Ну что, все-таки первое удаление у вторых составов случилось. Толчок соперника на борт, насколько я услышал. Ну, не знаю, были моменты, по-моему, когда абсолютно так же играл созвездие. Ну да ладно, арбитры были ближе, арбитрам виднее. Никаких, собственно говоря, здесь вопросов к судейской бригаде пока быть не может. Вот сейчас может быть хороший эпизод уже в созвездии. Давайте смотреть, это гол, друзья. Это очень красивый гол. Это очень хороший гол, трудовой и сольные действия. Хоккеисты созвездия просто просто восхищают. 1-3. Быстро отквитали. Темно-синие одну шайбу. Ну, посмотрим, Александр Канатов это сделал. И таким образом, реализовав большинство, прошу прощения, вот так вот только дали преимущество, тут же смогли хозяева им воспользоваться. Не успел присесть на скамейку Матвей Солицков, как тут же уже, в принципе, мог с нее выходить. А вот сейчас спартаковцы действуют очень и очень уверенно, очень и очень быстро. Ну вот какая-то передача немножко в никуда оказалась. Это Данила Кубанов. И Кубанов снова на острие, гол! А вот сейчас Кубанов исправился за неточную передачу. Данила Кубанов. Посыпались градом шайбы. И что-то подсказывает, что еще мы много можем их увидеть. Вот так вот в течение 3 минут мы увидели с вами 3 шайбы. Балуют нас игроки обеих команд. Напомню, что это всего лишь первая встреча во втором этапе Кубка Москвы по хоккею среди 2008 года рождения. Просто нереальная возможность у спартаковцев еще увеличить счет. Лавров просто каким-то чудом не замкнул прострел с правого борта. Вот такое решение. Долго держал Бондарев шайбу и затем все-таки отдал ее защитнику. Нужно было это делать, может быть, побыстрее. Может быть, очень неприятно, если бы не замешкался чуть-чуть. Но здесь снова Канатов, посмотрите. Вместо шайбы запихнул голкипера в ворота. Не засчитано, да? Не засчитано. Ну, по-моему, арбитр принял абсолютно правильное решение. Запихнули в ворота голкипера Спартака, никак не шайбу. И что показывает судейская бригада? Все прекрасно. Все понятно. Гола нет, это мы уже разобрались. Сейчас будет вбрасывание. И там, по-моему, если я не ошибаюсь, кто же там до Канатова-то был? Там до Канатова, по-моему, оказался Иван Веремеенко. Если бы вот он как раз чуть-чуть не замешкался и чуть быстрее бы заметил шайбу у себя под клюшкой, то тогда, может быть, было бы куда опаснее. Не получается быстро выскочить из зоны красно-белым. А вот это неплохо. Посмотрим, есть партнер. Лавров открывается. Передача идет. Какашно. Орлов, Орлов. Мощный бросок. Попадает шайба в ноги защитников. Да, спартаковцы уже не первый и не второй раз убегают в очень перспективные контратаки. Нужно, как и в первом,
И во втором периодах мы говорили созвездию, так и сейчас нужно быть повнимательнее. Так, 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 смотрим. На дальней штанге. Почти получилось разобраться с шайбой. Кирилл Слободчикова. Ну и не идет сегодня пока атакующая игра у созвездия. Мало что получается. Если бы вот не этот проход Канатова, то, пожалуй, и вспомнить-то было бы особо нечего. Что произошло? Почему у нас прозвучала сирена? Какие-то... Сейчас разберемся. Там какие-то у главного судейского столика есть... Есть какие-то разговоры. Да, какое-то, видимо, несоответствие протоколу произошло, и отправился арбитр выяснять эти детали у тренерского штаба созвездия. Вот такая вот небольшая заминка и пауза у нас в игре. Ну все, выяснили все технические моменты. Можно продолжать смотреть хоккей. И снова Канатов в дальний угол. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это бросок! Как будто в бильярде. Уложил в самый уголочек. Очень красиво смотрелось именно с нашей комментаторской позиции. Прямо в притирочку со штангой. Да, чтоб делали... Чтоб делало созвездие, если бы не Канатов. Тащит, пытается тащить. Пытается втащить, я бы сказал, команду в ход игры. Ну и 2-4. 2-4. Спартаковцы снова идут вперед. Блестящий подкат! Ух ты! Какой подкат был к воротам сейчас. Как Бондарев сыграл на последнем рубеже. Просто фантастика. И затем шайба проскользила буквально в сантиметрах от дальней штанги. Снова спартаковцы могли очень быстро ответить. Борьба, борьба, борьба. Будет удаление. За подножку, да? Созвездие. Созвездие будет играть в меньшинстве. Недоволен собой прежде всего, я думаю, Иван Веремеенко. Большинство созвездия сегодня, первое большинство реализовало. Посмотрим, как будет действовать в меньшинстве. Второму составу красно-белых еще не доводилось играть сегодня с преимуществом в одного игрока. Ну, посмотрим. Может быть, тоже увидим реализацию такого формата. Лазерский. Куда-то туда, в сторону ворот. И можно снова сыграть на Белозерского. Назад, например. Ну, это так. Держать в форме Бондарева. Антон Гаевский внимательно перемещается по линии ворот, потому что Канатов снова приближается к его владениям. И там неприятное падение защитника. Нет, все хорошо, никакого повреждения нет. Смотрим за атакой. Спартаковцы в гости переходят синюю линию, вошли в зону. Но пас неточный, пас неточный. И все, фактически закончилось большинство «Спартака». 10 секунд, и созвездие будет играть в полном составе. Белозерский проходит, протискивается, и можно бросать! Рикошет неприятный! Добивание должно быть! Шайба в воротах, друзья! Пятая шайба «Спартака» в воротах! И это Виталий Колесников.
Виталий Колесников на 8-й минуте третьего периода. Ну что ж, «Спартак» уверенно набирает обороты. Очень любопытно, что я сообщил информацию о том, как в первом этапе сыграло «Созвездие». Обыграло «Спартак» со счетом 9-2. И вот теперь есть все шансы, что все закончится абсолютно полностью наоборот. Но пока только 5 шайб у «Спартаковцев», 2 у «Созвездия», и пока хозяева, мягко говоря, не в лучшем положении. Посмотрим, может быть, у тренерского штаба сейчас найдутся слова, как взбодрить. Команду, но если они есть, если есть что сказать и есть видение, что делать, то надо делать это уже, надо уже это прямо сейчас. Эти коррективы вносить, потому что пока совершенно непонятно, за счет чего «Созвездие» может ход встречи переломить. «Спартак» чувствует себя достаточно уверенно. Купряхин с шайбой приехал за ворота. На пятак пытается просунуть шайбу, не получилось. Защитники играют очень надежно. Хороший прорыв по правому борту. Так. И пошел контрвыпад. Снова Купряхин. Тимахов. Здорово отыграл в обороне с Купряхиным. Вообще. Возятся спартаковцы с шайбой. Попытка бросить поворотом. Орлов. Тимахов. Лавров подцепил шайбу. Снова влез в зону. И единственное, что бросить не получилось. Но так спустился чуть пониже и свое взял. Рискованно. Рискованно. И в итоге Канатов шайбу перехватывает. Пять минут до конца третьего периода. По чуть-чуть «Созвездие» наконец почувствовало свой хоккей. Очень много борьбы. Очень много борьбы как раз на подступах к зонам команд у синих линий, потому что стараются как можно быстрее шайбу выбрасывать, обезопасивать свои ворота. Но не всегда делают это на 100% аккуратно. Ой, как! Какой хитрец Канатов, как ложным движением клюшки сейчас убрал оппонента со своего пути. Другое дело, что там еще двое было. Чуточку быстрее нужно действовать нападающим. Нападающим «Созвездие». Ну и здесь Бондарев на месте. Передача в центр. Защитники успевают разобраться. И положение вне игры. Залезли красно-белые за синюю линию раньше дозволенного. Мяч
Пока непонятно. По-прежнему непонятно, за счет чего созвездие должно зацепиться за результат в сегодняшней игре. Ну и, конечно, первые очки второго этапа «Спартак» грозится набрать. Еще, конечно, весь четвертый период, но пока... Пока очень уверенно «Спартак» к этому идет. Вот, может быть, сейчас попытка есть, а вот точности не хватило Данилу Маклецкому. Борьба в центре. Шайба достается Кубанову. Одну шайбу он сегодня на свой счет уже записал. Белозерский. Неточная передача. В центре. Цепляется за возможность Илья Пивунов. Передача направо. Ну, как-то пока непонятно. Три в одного. Атака. Слободчиков налево. И снова на Слободчика. Как здорово в одно касание действовали нападающие спартаковцев. Не хватило, пожалуй, только везения. Все сделали. В касание, в стеночку отыгрались и в защиту успели вернуться. Молодцы какие. И фактически одна минута до сирены на перерыв. Кажется, что еще и в атаке «Спартак» проведет. Есть возможность атаковать. Передача на пятак. В падении там уже действует нападающий. Крутится Бондарев, как уж на сковородке, но все-таки выкрутился из этой ситуации. Есть атака созвездия. И браво защитнику. В падении успевает он эту шайбу убрать за ворота. Опасно! Веременко был очень близок к тому, чтобы наконец забить и в раздевалку. Причем забить. Тимохов. Снова Веременков. Но даже не добрался. Лавров. Все. Ну что? Третий период заканчивается со счетом 5-2 в пользу «Спартака». У нас есть пара-тройка минут передохнуть, чтобы наблюдать за заключительным отрезком встречи. Пошли за шайбой. Нет, я за шайбой. Постой, кто не ругается, нет.
когда-то нет. Когда я приезжал. Ты уже... Вообще не помню. Ты потратил 350 рублей на бабу? Может, ты говорил, не помню. Посмотришь, что ты Поехали, друзья, заключительный отрезок встречи. Спартаковцы шайбу сразу себе забрали под свой контроль. Довелось мне поговорить немножко с Александром Соколовым, который первые два периода играл в составе Спартака. Он мне с большим таким интересом сказал, что самая сильная команда у них в группе — это Ярославский Локомотив. Ну что, посмотрим. Первый дебютный матч спартаковцы играют пока неплохо. Может быть, и навяжут борьбу за место в турнирной таблице. Учитывая, что сегодня «Созвездие» пока не может сыграть со «Спартаком» так, как сыграло в первом этапе. Я напомню, счет был 9-2. октября был этот матч, причем напомню, что в первом этапе команды заняли места в таблице бок о бок. «Созвездие» с 7 очками финишировал на 4-м месте, спартаковцы на 5-м с 6. Ну и вот второй этап начинают гораздо увереннее. Интересно, сейчас «Созвездие» действовало так, как будто играет в меньшинстве. Просто наобум выкинули шайбу куда подальше. Гости пока чувствуют себя по-хозяйски на арене хозяев. Ворота по-прежнему защищают Бондарев и Гаевский. Гаевский сейчас очень правильно выбрал положение в воротах. Ну и есть у темно-синих еще примерно 13 минут на то, чтобы как-то ситуацию перевернуть. Слободчиков пошел в обыгрыш, шайбу потерял. Снова Слободчиков. Ой, какой хороший пас в центр, и Лавров просто, мне кажется, не поверил сначала, когда уже пытался обработать шайбу. Потерял равновесие.
Очень симпатично выглядит пятерка спартаковцев, находящихся сейчас на льду. Все знают, что от них требуется. Каждый находится в какой-то нужной позиции. И пару раз вот как раз шайбу получили за счет выбора позиции на площадке. Опасно! Гол! Вот это шайба! Шайба так шайба! Илья Дрогин, 65-й номер. Как-то совсем уже грустно становится. Над плечом голкипера. Под перекладину. Шестая шайба московского «Спартака». И это произошло на третьей минуте четвертого периода. Да. Наполучало созвездие. И будет удаление в составе «Спартака». Под дружное оханье и выдох трибун отправится на минутку за подножку отбыть наказание хоккеист «Спартака». А конкретно это будет Солицков. Матвей Солицков, 99-й номер. Но мы помним, что одно большинство созвездия реализовало. Вот есть шанс Канатову еще отличиться. Именно у него была шайба. Ух ты! Опасно. Вот сейчас была хорошая возможность. Хорошо, хорошо. Ноги, 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 ноги. Магнат Киселев, да? Не получается убегать у спартаковцев. Пока настигают их хоккеисты созвездия. Шайба застряла у ближнего борта к нам с вами. Все, выцарапали ее игроки созвездия. Вот если сейчас получится убежать, может быть, очень неприятно. Алексей Кушнир обходит защитника. Ой-ой-ой, и все-таки. Не сумели там в падении. Гаевский сумел шайбу в свою ловушку спрятать. Ну что, друзья. Уже равные составы. Уже 5 на 5. Надо отдать должное созвездию. Они борются, они не опустили руки. Но в то же время и стоит отметить, что пока одного желания, одного старания маловато. Не хватает, конечно, реальных угроз, реальных опасностей. Спартаковцы, не сказать, что тотально превосходят соперника, но просто именно свои моменты очень хорошо доводят до финала. Колесников протискивается. Калинин. Передача все-таки доходит до Колесникова. И в последнюю секунду конек защитника мешает шайбе проникнуть в ворота. Борется созвездие, что есть сил, конечно. В обороне сейчас отвоевали шайбу. Но вот который раз уже не могут дальше никуда убежать из этого. И заперли к тому же темно-синих в их зоне. Не дают. Мало того, что не дают в атаке ничего создавать, так еще и особо выходить в эту атаку уже у хозяев не очень-то получается. Можно на смене было, если бы чуть побыстрее поймать
Созвездие. Красно-белые все равно заходят в зону. Хороший пас! На ход очень в темп. И влетел Кубанов на пятак. Там успели. Дрогин побежал помогать партнеру. Выскочил на лед и побежал сразу открываться. И можно отдать. Побежал сам Дрогин. Слободчиков бросает в ближний угол. Точнёхонько в ловушку. Бондарева. Да, время идет. А Созвездие пока не может ничего придумать, найти подходов к воротам Спартака. Скорее красно-белый, я бы даже сказал, ближе к тому, чтобы счет увеличить, нежели Созвездие к тому, чтобы сравнять. Может быть, опасно. Слободчиков бросок. Ух, над плечом голкипера шайба просвистела, но и над воротами в том числе. Нужно отметить защитников красно-белых. Они очень хорошо поджимают, не дают сразу выпрыгивать из зоны Созвездию. И это их очень много срывает им планов. И нападающих, конечно, которые возвращаются и помогают своим оборонцам. В целом, я думаю, тренерский штаб, если игра закончится как-то вот в том ключе, как она идет сейчас, тренерский штаб красно-белых, я думаю, будет доволен сегодняшней встречей. Выигрывает бросование Созвездие. Тут же снова теряет шайбу у своей синей линии. Челянский. Калинин. Челянский. Снова Челянский. Смещается в центр. Попытался набросить. Бросить, либо набросить, не знаю уж. Можно ли это броском назвать. Снова немножко не точно. Не получается в одно касание двигаться вперед. И Роберт Купряхин упустил шайбу. Будет удаление у Спартака за неправильную атаку соперника. И удален будет Белозерский, да? Одну минутку Белозерский проведет на скамейке штрафников. Снова большинство. И бросок поворотом справляется Гаевский. Еще одно большинство для Созвездия, как я сказал. Нужно его использовать, иначе времени остается совсем мало. Уже меньше половины периода остается. А забрасывать нужно еще минимум 4 шайбы только для ничейного счета. Слушайте, ну и вчетвером красно-белые справляются очень неплохо. И вот, может быть, сейчас есть еще 14 секунд и 4 в 2 фактически атака. Ну куда же так?
Максим Егоров. Даже по футбольным воротам, мне кажется, бы эта шайба не попала. Ну и все. Спартаковцы в пятером. Составы сравнялись. Счет даже не приблизился к тому, чтобы сравняться. Борьба. И можно убегать сейчас спартаковцам. Контрвыход давайте смотреть. Колесников против двух защитников. Включил дриблинг, но не поддался оборонец. Не поддался. Как здорово. И шайба остается у созвездия. Вот теперь посмотрим атаку темно-синих. Ай, умница какой! Причем что тот, что другой. Иван Веремеенко блестяще обыграл защитника и бросил, но не менее круто сыграл Гаевский. Антон ждал этого броска в нижний левый от себя угол и правильно это делал, что ждал его именно там. Включил ноги. Антон Кудряшов. И все. Вдвоем там развалились хоккеисты. Снова выпад со звездием. На этот раз Илья Пивунов. Еще Пивунов. Вот это да! Ну, кто бы мог подумать, ну, насколько хвалили Гаевского до этого. Сейчас какая-то не очень неожиданная шайба оказалась за его спиной. Бросок Данила Маклецкого находит все-таки ворота. И 3-6. Сокращается немножко разница в счете. 4 минуты еще играть. Тяжело, очень тяжелая задача у созвездия. За 4 минуты 3 шайбы, с учетом того, какой хоккей мы сегодня видим, они показывают. Но все-таки время есть. Все-таки время есть. Орлов по борту попытался выбросить шайбу из зоны. Здесь помогает Лавров. Доходит все-таки этот заброс по воздуху до Веремеенко. Ну и стеной, просто стеной встают спартаковцы. Гости разжимаются, как пружины, бегут в контрвыпад. Смотрим, Дрогин попадает в защитника. И нужно Тимохову. Молодец Тимохов, даже в падении сумел шайбу сохранить. Дрогин, еще одна попытка. Не очень ловко играет голкипер, но шайба выскакивает в сторону. И защитники помогают вратарю. Орлов прочитал маневр нападающего. Тем не менее, Веремеенко бежит, включает ноги. Рвется вперед, догоняют его защитники спартаковцев. Чувствуется, что достаточно много эмоций. Кипят и те, и другие. Будет еще удаление к тому же у созвездия. Там и поискал так арбитр, забавно. Куда делся нарушитель? Это был Веремеенко. Сыграл он очень жестко. За толчок соперника на борт удаляется Веремеенко. 1 минута. Там остается играть-то всего ничего. А еще и в меньшинстве созвездия. Ну что ж, в любом случае, это только первая игра второго этапа. И тем и другим есть какие выводы сделать. Так. Немножко поконфликтовали Игнат Киселев с Никитой Пчелянским. Хотя вроде бы Никита Пчелянский ничего голкиперу не сделал, даже не затронул его.
Так что это всего лишь первая игра, и еще понятно, что только все начинается во втором этапе. Интересно! Вот здесь арбитр не свистнул, хотя, на мой взгляд, можно было все-таки заметить нарушение. Ну да ладно, смотрим дальше. В меньшинстве летит вперед Киселев. Нет. Не получается. Не получается. Остается 18 секунд до выхода Веремеенкова. И остается еще полторы всего лишь минуты до финальной сирены. Веремеенко уже выскочил на площадку впятером хозяева, но играть уже крайне мало. Минута 15, ни больше, ни меньше. Похоже, ну, забегать вперед, конечно, не будем, но похоже, что все-таки спартаковцы набирают первые очки и одерживают первую победу. Тем более, что дорабатывают этот матч на полных скоростях. Не дают сопернику особо ничего сделать. Но, может быть, вот сейчас получится. Смотрим, Веремеенко отдохнул чуть-чуть минуту. Не сумел. Не сумел обыграть Кирилла Белозерского. Белозерский намертво встал. Шайба, правда, все еще остается в опасной близости от ворот московского «Спартака». Ну! Уже просто надо грузить туда на пятак, а там на пятаке защитники красно-белых. Еще и спокойно действует Кубанов. Кубанов смещается в центр, обыгрывает. Ах, никто не успевает подставить клюшку. Калинин шайбу подхватывает. Ну и остается считанные секунды. Похоже, что спартаковцы набирают первые очки во втором этапе, друзья. Да, победа. Победа со счетом 6-3. Московский «Спартак» в гостях обыгрывает «Созвездие». «Созвездию» нужно делать выводы, потому что эту игру они провели гораздо хуже, чем ту в первом этапе против красно-белых. Ну, я напомню вам, что после первой части игры был счет всего лишь 2-0 в пользу гостей. И обе шайбы забил Краев. А вот сейчас уже целых 6-3. То есть мы увидели самое большое количество заброшенных шайб именно в третьем, в четвертом периоде среди вторых составов. Ну и отметим, что сначала счет 3-0 сделал Слободчиков, затем Канатов одну шайбу отквитал. Кубанов снова вывел «Спартак», вернул разницу в 3 шайбы. Затем Канатов еще раз сделал попытку дотянуться до «Спартака» и потом уже забросил Колесников. Затем Дрогин 6-ю шайбу москвичей, я имею в виду спартаковцев, провел. И финальную шайбу Маклецкий все-таки 3-ю за «Созвездие» забросил. Ну что ж, друзья, на этом мы трансляцию заканчиваем. Благодарим обе команды за игру. Вас за то, что вы были с нами. Михаил Меломед смотрел с вами вместе этот замечательный хоккей. Увидимся на ледовых площадках Москвы и в том числе на трансляциях каналов «Спорт.ру» и на Кубке Москвы по хоккею. Всем спасибо, удачи, пока!